Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Посмотрим результаты второго раунда квалификации и узнаем, кто с кем сыграет в третьем раунде Лиги конференции. Дом Жале Словения прошел Конку Финляндию 2-1. Кауно Жальгирис Литва, ТНС Уэльс 1-10. Уверенный проход. Валийцев, Приштина, Косово, Конакс Кей Уэльс 6-5. Дальше идет Приштина, Фольгоре, Сан-Марино, Хиберниянс Мальта 3-7. В следующем раунде увидим Хиберниянс, Чукарички Сербия, Сумгаит Азербайджан. Общий счет 2-0. Сербы пробились в следующий раунд. Арарат Армения, Шленск Польша 5-7. Проход Шленска. Астана Казахстан победила Арис Грецию 3-2. Беневежис Литва, Воеводина Сербия с результатом 2-0 побеждает второй сербский клуб. Купс Финляндия, Ворскла Украина 5-4. Финны и в первой и во второй игре спаслись в компенсированное время, а в добавленное время вырвали путевку в следующий круг. Сочи Россия, Кишля Азербайджан 7-2. В третий раунд выходит Сочи. Олимпия Словения выиграла у Биркиркары Мальты только в серии пенальти. Карабах Азербайджан, Ашдот, Израиль 1-0, Аустрия, Австрия, Брейдаблик, Исландия 2-3, австрийцы потеряли первый клуб, РФШ, Латвия уверенно переиграла Пушкаш, Академию в Венгрии 5-0, Мольде, Норвегия, Сервет, Швейцария 3-2, Сервет покидает Еврокубки, Динамо Тбилиси, Грузия, Макаби, Хайфа, Израиль 2-7, Дюдюланж, Люксембург, Богемиенс, Ирландия 0-4. Что же это за Еврокубок теперь без Дюдюланжа, как дальше его смотреть? Эльфсбург, Швеция, Милсами, Молдавия 9-0, здесь без вопросов. Хамарбю, Швеция, Марибур, Словения 4-1, проход Хамарбю, Теута, Албания, Интер, Андора 3-2. Матч завершился в дополнительное время, едва не случилась сенсация. ЦСКА, София, Болгария, Лиепая, Латвия 0-0 и 0-0. В серии пенальти, точнее, были болгары. Виктория, Чехия дважды победила Динамо Брест, Белоруссию со счетом 2-1. Вышла Виктория. Спартак, Тарнава, Словакия, Сипси, Румыния. В серии пенальти выиграл Спартак. Аполлон, Кипр, Жилина, Словакия 3-5. Копенгаген, Дания, Торпедо, Жодина, Белоруссия 9-1. Торпеда крупно проиграла еще в первой игре, тут шансы были минимальны. Петрокуб Молдавия, Севаспор, Турция 0-2. Динамо Батуми, Грузия, Батэ, Белоруссия 4-2. Вылетает третий белорусский клуб. Локомотив Пловдив, Болгария, Словацкая, Чехия. Второй болгарский клуб победил в серии пенальти. Судува, Литва, Раков, Польша 0-0. Раков попадает на российскую команду. Рига, Латвия, Шкендия, Северная Македония 3-0. У Латвии одна потеря и два прохода. Гзира, Юнайтед, Мальта, Риека, Хорватия 0-3. Скромно. Лячи, Албания, Университатя, Румыния 1-0. Айл, Кипр, Влазния, Албания 2-0. ХБ, Фареры неожиданно крупно обыграли Будущность, Подгорица, Черногория 6-0. Орда, Болгария, Хапоэль, Бершева, Израиль 0-6. Шкупи, Северная Македония, Санта-Клара, Португалия 0-5. Португальцы прошли. Базель, Швейцария, Партизани, Албания тоже 5-0. ФК, СБ, Румыния, Шахтер, Казахстан. В серии пенальти карагандинцы победили и вышли на украинский клуб. Ларн, Северная Ирландия, Орхус, Дания 3-2. Гент, Бельгия проходит Валеренгу, Норвегию 4-2. Сутьеска, Черногория, Макаби, Тель-Авив, Израиль 1-3. В третий раунд попадает третий израильский клуб из четырех. Велиш, Босния, Айк, Греция. После двух встреч счет равный. Напомню, правила выездного гола отменили. Велиш выиграл по пенальти. Хиберниан, Шотландия, Санта-Колома, Андора 5-1. Абердин, Шотландия, Хекин, Швеция 5-3. Линфилд, Северная Ирландия, Борос, Босния 4-0. Хайдук, Хорватия, Табул, Казахстан 3-4. Табул увидим в следующем круге. Валюр, Исландия, Будюк, Лимф, Норвегия 0-6. Уйпешт, Венгрия, Вадуц, Лихтенштейн 2-5. Дандалк, Ирландия, Ливадия, Эстония 4-3. Хабнар, Фьюрдюр, Исландия, Русенборг, Норвегия 1-6. Дрита, Косово, Фейнорд, Нидерланды 2-3. Партизан, Сербия, ДАК 19-04, Словакия 3-0. Партизан прогнозируемо выиграл противостояние. Погонь, Польша, Осиек, Хорватия 1-0. Шахтер, Солигорск, Белоруссия, Фола, Люксембург 1-3. Вылетел еще один белорусский коллектив. Кто сыграет в третьем раунде? Линфилд, Фола, Эш, Богемиенс, ПАОК, КПС, Астана, Локомотив, Пловдив, Копенгаген, Сочи, Партизан, Табул, Жилина, Эльфсбург, Велиш, Макаби, Хайфа, ХБ, Рига, Хайберниенс, Динамо, Батуми, Севаспор, ЦСКА, София, Риека, Айл, Карабах, Русенборг, Домжале, Лачи, Андерлехт, Витес, Дандалк, Трабзонспор, Молде, Приштина, Будюк, Глимт, Пасуш, Де Фарейра, Ларн, Воеводина, Ласк, Чукарички, Хамарбю, Шленск, Хапоэль, Бершева, Колос, Шахтер, Караганда, Люцерн, Фейенорд, Гент, РФШ, Хиберниан, Риека, ТНС, Виктория, Спартак, Тарнава, Макаби, Тель-Авив, Шемрак, Роверс, Теута, Брейдаблик, Абердин, Раков, Рубин, Уйпешт, Базель. Матчи состоятся 5 и 12 августа. Смотрите, кто уже пробился в группу главного турнира. Становитесь спонсором нашего канала. Услышимся!